поганый рот этот мы заткнем этими документами навсегда, чтобы неповадно было. Мы обязательно создадим центр архивных документов. И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою родину. Я думаю, что этот сайт и вообще этот центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира. И мы не позволим вот этим попыткам представить историю в совершенно дурном свете. Хочу еще раз подчеркнуть, поганый рот этот мы заткнем этими документами навсегда, чтобы неповадно было. Шайдылар базласып, Эм сүрініп, эм тұрып, Эм япырып, эм түзіп, Адемлікті тазалап, Ойлама тек мұңайып.